Дорогие одесситы, я искренне поздравляю всех нас с праздником Светлого Христового Воскресения. Это особое время, когда мы переосмысливаем многие вещи. Но в первую очередь это время возрождения, обновления, духовного очищения. Да, последние годы нам суждено было преодолевать серьезные вызовы. Но с Божьей помощью, с надеждой и верой в сердце мы проходим эти испытания. Я очень хочу, чтобы в эти пасхальные дни и впредь мы были добрее друг к другу, а еще милосердными, чуткими, готовыми поддержать в трудную минуту. Этому учит нас Библия. Эти ценности мы прививаем своим детям. И сейчас, когда в мире бушует пандемия, нам как никогда важно сплотиться и быть едиными. Здоровья, тепла, мира и душевного спокойствия каждой одесской семье. Христос воскресе! Христос воскресе и смерть!